Ахаха. Что, я один? Ты видел, Жека, за что разрабы извинились? За что? А, стоп, click to cancel. Или нет? За что? Все нормально. Ну говори, Паш. А, за то, что на тесте, понял? То, что ты кинул. Ну так это же я кинул, алло. Кто кинул? Ясно, Паша. Разверблю всю лавку. Да? Джек. Да, да. Хрены там были. Ну да. Пизда, хули так лагает, блядь. Потому что ты Гунтер меньше. Ну типа худший уровень игры, то есть вот есть хороший, который на этом самом. Есть вот этот вот мерзкий. Я тебя нихуя куда? Не понял. Ну можем вообще на Shooting Range или в Северный? Да блять, на дома прыгаем, да и все. Что вы за хуйню страдать начинаете? Я повторюсь, я проваливаюсь в дома. Я не... Братан, ну типа... Прыгай на красный дом. Падай под дома. Не на дома, а под них. Ну да. Тогда я горю от того, что там нет лута нихера, я бегаю без пушки. Почему вы не хотите играть нормально? Потому что заебись, ну, там играть. Это самый сейв, что может быть, прыгать на дома. Да тут не в этом прикол, сейв, не сейв. Всегда война, всегда классно повоевать здесь. Ну и лут есть. Школу скоро? У нас вроде флилут. Нет, кто-то над нами. Летит. Томпсон и дробаш, что-то оставь. Дробаш беру. Я захожу в ваш дом. Давай. Видишь типов? Вон, на да. Крыше. Паш, на крыше будет этажка центральная. Я понял. Я одного снял. Добей, этого могут поднять. Ладно, я добью. Да. Ну прикольно, у меня мачете и револьвер. Центральный дом. У нас Томпсон. Центральный дом. Был чувак, вот, пошли, да, может рашнем? Не надо. Нам ага. Некуда спешить. Максим, кто-то зашел, да? Кто-то на улице бегал. Так ты зашел? На улице, блядь. Нет, в вашем доме. Ты зашел внутрь? Я тебе говорю, что про да, улицу кто-то. Вы там двери открываете? Я открыл. Открыл дверь. Тоже. Я вот сейчас дверь открыл. Такая же. Сейчас. У меня пролагало, и она закрылась. Бывает. Максимка, дай дробаш. А на третьем со мной кто-то еще бегал? Да, я там был. Дробаш дать тебе? А. Макс. Давай. Держи. То у меня только револьвер. Как ты этот, блядь, гангстер, нахуй. Который... Перебегай! Дом без крыши ближайший к нам перебежал, чел. Пошли давить его. Пошли, блядь, дробовики есть, стволы есть, он там, наверное, один, блядь. Есть, типа. К нашему дому подходит, мой вход. Возле дома, возле дома. Поднимите плес. Подымай, я как-то вырубил. Поднимай. Не... Поднимай, с другой стороны чувак будет заходить. Да, вот. Блять. Поднимай, Макс. Блять, не перезарядился, 5 патронов, пацаны. Забей.
Надеюсь, она лучше. Я очень плохо пострелял. Максимка, меня подымешь? Лучше бы Макс подымал. Да. Макс пусть лутанется, что-то, а я поднимаю уже 4 секунды, 3. Ты инстансно убил этого, Паш? Да. Понял. Тогда это хорошо. Узик, блядь. А, он с УЗИшкой меня вынес. Этот самый АКМ есть. Конечно, хорошо. По медицине там есть что-нибудь? Да, тачка, есть у меня. Тачка в школе, что ли? От школы к нам. Нет, мимо. Я это самое, бинтиками помажусь. По дороге дальше поехала. Нет. Что, она возле дома этого остановилась или под школой? Где? Да хуй его знаю. Жек, держи, я тебя скинул на пол. Ага, спасибо. Где-то тут катается. За домом этим. Шел, блядь, пощупаю. Ну, смотрю, аккуратно. Я аккуратно. У меня франика нет. Ничего нет. У меня шапки нету. Медицины, кстати, тоже нет. Кого? Что, мы в следующий пошли? Да, идем в следующий дом. Да. Трехэтажные без крыши пошли. Тут, по-моему, блядь, в двух этом, в красном стрельба только что вот это была. Вон, чувак, да, туда на мотоцикле подъехали. Куда, куда? Где? К красному дому подъехали, типа, Жек. Вижу, на крыше. На крыше перед нами дом двухэтажный, центральный. Центральный на крыше дом, там чувак есть. Понял. Смотрю, где? Ну, он там был стопудов. У меня в доме, ну, у меня да, в доме. Я же говорю, Паша. Так это типа не так, чтобы центральный. Центральный возле школы, который. А. Одного дропнул. Вот чувак за школом. Перед нами. Максим, блядь, не умирай. Я попал по нему два раза, там тип. Я не понимаю, откуда я его вижу. Еще одного дропнул. Он за бежал, вот, тут к нам просто по дороге тупо бежал. Всех нахуй. 6 человек, пацаны, просто, блядь, шраут нахуй. Да, нервно да, курит, да. Блядь. Красавчик. Просто чемпион. Нахуй. Кибер-чемпион, есть там что-то это самое? Уже ничего там нет, уже все во мне. Что там можно было пощупать приятно. Но там есть еще трупы, как бы. Чуваки, с семерки аптечка заберу. Они все внутри были, что ли? Да. Все внутри сдохли. Блять. Ой-ой-ой-ой-ой. Пиздец, ебать. Дать медицины, ко мне. Ко мне, да, выдам. Выдаю по бусту вам бинтики. Ну там бинтики у вас будут. По бусту выдал. На калаш возьму. Бустом заправляюсь прямо сейчас. Вот тут буст еще один, два лежит, по одному возьмите. Вот этого не лупал, блядь, что у него? Не знаю, не вижу где. А, вижу. Пламехосительная СР-ку нужен кому-то? Нет, на СР-ку не надо. На компенс, на СР-ку. А на крыше чувак, который был, вот у меня такой тоже интересующий вопрос. Что с ним? Не знаю. Может, вроде ты его на спуске стоял. Давай аккуратненько пойдем посмотрим. Боже. Я заправился бустами, у меня тип бегает, я дебил. И главное, иксов тихо, не принесли. Блядь. Да, вот то, что с иксами, это вообще пидоры, блядь. Кто закрыл, открыл дверь? Я закрыл дверь. Еще раз, да? На крышу погнал. Да. Я открыл дверь. Таску никто не видел? Я вообще да у самого, блядь, вторая, я с них дропнул разбавленную. Не, ну ебать нахуй, просто, блядь, я чувствую, как через меня струится. Я предлагаю пойти в соседний есть, дом двухэтажный. Убил. Красный? Да. Как же ты хорош. Ты, блин, ты ж уточняй. Я думал, что там X был какой-то. Аккуратно только.
У меня там вроде третья каска была. Да, третья каска залитенька. Плов нету, рюкзак третий, один редбул, коллиматор. Надо кому-то? Да, да бери, бери, бери. Это там так еще было? Такое. Могу бустов. Блять, у меня один патрон остался. От этого. Там глушитель был. Но я его честно спиздил. Нет? Нет. А броники ты не смотрел там? Давай сейчас. Нет, там не было броника, ты ему походу снял его. Шли вот этой другие. Вот я дверь закрыл. Ну у нас остался один трехэтажный без крыши, получается. А, не тот, в котором я сейчас. Не знаю. Тут просто дверь есть дверь. На АР-ку я забрал. Это двухэтажный макс. Без крыши трешка. Осталась одна, вот эта не лутана, но я думаю, и соседняя тоже не лутана. Потому что там чувак быстро. Я зашел. Пошел. Я в нее зашел. Я думал, он даже там быстро лутнулся, типа. Ты в ее надо? Я точно не лутаная. Да никого нет. Я по медицине поделюсь, у меня дохуя медицины. Две аптечки тоже нашел. Мне этот, слышишь, будет на СР-ку бафы. Магазин щека нужна. Бафы. А, я там где-то этот самый, рядом с трупами. В пламегаситель доме. Не надо, у меня компенсатор. А СКС пламегаситель не вариант, вообще коллиматор. А то я холод тогда поднял. Я зашел за как. Ты броники там не видел? Нет. Он сам, я так понял, ищет. Вижу, скажу, пацаны. Первая шапка только есть. Задержка сети. У всех была или только у меня? Тебя. Нет, только у тебя. Есть первый броник, Макс. Что? И каска и броник есть первые. Да, первые у меня есть. Я бы второй что-нибудь из этого. Так, ну мы прям почти в центре круга. Можем перебраться на гараж, например. Там обзор получше. А, я б не рыпался, если что, хотя бы, да. Слышите? Ага. Да я выхожу с дома, бегу за вами. Какой гараж? Ну, красный там, дом на меня. Подальше. Вон, видишь, там, где красная крыша. Вот туда, где по крыше там можно перебежать, понял? Ну, чуваки вдруг что нам, кстати, мотоциклетку подвезли. Так не с коляской. Имеет смысл коляску туда бежать? Нам наоборот не надо туда, пацаны. Ждем тут пока. Ну да, ладно, в принципе, с коляской. Ну, пошли в красный дом. Ну, вы идите, я или... тут останусь. Центральным. Так, ну я тут поскидывал коллиматоры и пламя гасителя. Подщечка есть на снайперку, тебе не нужна? Скидывай, нужна. Так вот, возьми в красном доме на первом этаже. Я взял. И я вот тут поскидывал всякой хуйни. Тебе нужно. Я обойму какую-то взял на АР-ку. У меня есть. А я скидывал. Я скидывал на АР-ку. Вот тут есть обойма, она тут просто быстрого. Ну так отлично. Мне достаточно. Так. Конечно, теперь в идеале какой-нибудь X2 на твоем курсе. Я X5, блядь.
Мне там вот такая вот хуйтория есть, понял. Называется СКС, блядь, детка. Пола война и будет. Да, на первом ты что-то скидывал, да? Там цевьё, по-моему, какое-то. Да ну тихо, пацаны. Нет, там пламя. А, нет, лол. Пацаны, тихо, блядь, прошу. На школе заруба, я к тебе бегу. Не-не-не, мне вроде показалось, что рядом с нами где-то типа топтали. Я дверь открыл. Да ладно. Я нихуя не слышал. Я открыл тебе дверь. Жесть. Вот это дело. Кто там жесть? Я к двери к Жеке открыл, он даже не услышал. Да, серьезно не услышал. Шуток. Ё какое-то, ё. Кто? Кто? Не я. Кто-то получается в я трех говорю, этажах. Я трех говорю, этажах. Есть, чуваки. Топ, крыша топ, на трех да, этажах. Да, вот это трехэтажка возле нас. Бля, я не зря это я слышал его. Кто-то давай, туда шел. Я пойду. Думал, нет, я пойду. Пошли. Там чуваки со снайперками, в принципе. Он может не один, а несколько, ну вы поняли. Да все туда выдвинулись просто наши. Угу. Я с центра. Все давай, с центра. Да. Стоп, это. Да, да, на лестнице. Прыгали, добейте. Блять, теряю, пацаны. Убили? Вырубил. Хиляйте, две куртки, хильнись. Топчет, топчет, на лестнице еще. Ну, две куртки, иди, да, закрой. Подымай Жеку, я прикрою лестницу, только дверь закрой. Там нет двери уже фактически. Хорошо. Есть тип наверху. Сейчас скину да, тебе этот самый медицин. Там двое типов. Аптечку дай. Или у тебя есть? Аптечку дай. Макс, уходи отсюда. От меня. От меня уходи. Блять, отошел. Сейчас. Чуваки могут спрыгнуть. Аптечка есть, нету? Да, есть. Да я дал уже жить. Вроде справа. Тут топчет. Или угу. Слева, не уверен точно. Кто перезарядил? Я. Спрыгнул? Кто спрыгнул? Пацаны, походу спрыгнул. Нет, топчет. Или то ты, Макс? Это я слышал могу. Прыжок. Еще раз вам говорю. Такая же хуйня. Лево тут на улице. А, то ты, блядь. Я вхожу, смотрю. Я чуть не пофиксил. В принципе, у меня ничего нет, чтобы типа нормально напрыгивать там на типа. Не знаю, куда я он спрыгнул. Я с Томпсона шестерых положил. Ты все чекнул тут, нет? Оббежал полностью дом вокруг. Я Макса спрашиваю. Не, я... Бля, где? Сори, это я перенервничал. Это я перенервничал, все в порядке. Он не мог спрыгнуть, крыша закрыта. Учтите. Чекали все? Да хуево, да, вроде. А там не факт. Второй этаж мы хуево чекали. Я на нем. Кто? Я гранату выкинул. Бля. Открыл кто? Кто открыл? Открыл вот дверь я. Кто? Крышу. Вот тут. Вон он! У меня! Я на втором. Двое. Хорошо, перезаряжай, хилюсь, пацаны. Накину грену. Кидай туда, давай. Я хилюсь. Блять, ну он, живите, давай, пацаны. Давай.
Он тут слева, пацаны, за этим сразу. Ты ворвался. Да, он там, ну, слева. Так, ебать, прям, а где вы? Алло! Пиздец, ебать его. Просто вахуй. Да шо, я хилился. Так какого, блядь, забегаем и убиваем его. Пиздец, я в шоке. Просто. Да, братан, ну не обессудь, я в натуре был кулак. Да нахуй, блядь, что ты. Хилился. Паша, у тебя было пол хп почти. Хилился. Ну так правильно, я вам сказал, хилюсь, блядь, вы взяли вдвоем, забежали, заебись. На кой хуй спрашивается? Я ж вроде уточнил, хилюсь. Нет, блядь, Бэтмена нахуй. Да чё то? О, икс. Ебать, ни у кого иксов нету. Ну икс-2 это же говно. Икс-4 сбежал только что, ты ж забрал. Не? Нет. Икс-2 значит есть. Пошел нижнего чекну. Вот икс-4. Увеличенный магазин. Кентами пока обмазываюсь. Тебе аптечек дать? Да не, мне нормально. Бинты 2 буста сейчас выпью его. Я просто бустов хуево гора, если честно. Типа 9 редбулов, понял? А. Сейчас их надропал. А, я тебе выдам. Держи. Держи. Джек, не обессудь, но ты сильно врываешься. Пиздец, Паша, блядь. Ну, не говори мне ничего, пожалуйста. Ну сильно. Просто, блядь, молчи. Понял. Ну серьезно. Понял. Ну что, пошли? Побежали, зона у нас. Ты бусты забрал? Да, я забрал и выпил уже и заправился. Блядь, я фигня. Похуй, сука. Я не просто заправился. Пиздец. Тачка едет, надо ее забирать. Как мы ее заберем? Есть инфа. Это баги? Нет, это дача, и она вышла там. Отличное решение. Берите мотоцикл, идите. Да, тут вроде рядом зона, нет? У меня 300 патронов, я могу стрелять, да. Ок. А зону мы догоняем? А, она тут недалеко, отлично. Там типа, кстати, могли сейчас на машине остановиться, если они не дураки, и нас просто ловить. Не могли. Так и сделали. Лоша Red Bull. Ну их там кто-то принимали, типа, по-моему, им делают как раз таки. Домов хлопают. Вроде как. Вот чувак ваш. У меня! Вот, блядь, заберем справа. Ну, я не успел. Макс, прикрой меня, тут чуваки. Я не увидел даже. Вот за тут, возле меня, блядь. И дерево дальше за камнем. За камнем дома труп. Можешь... Хорошо. Меня не подымай. Блядь, там еще чуваки есть. Подымай. Бы самому не сдохнуть, было бы нормально. Нет, стоп, ты, по-моему, блядь, не добрал. Вот ты добрал мой этот, короче, кого я напрокинул. За деревом, вот тут вот, Максимка. Вот, все, теперь все сдохли. Хотя... Вот тут, да-да-да, вот это дерево, блядь, был там, чувак. Я наконец убиваю. Его могли просто кто-то убить. Не лутайте, обыщи, блядь, посмотрите. Я не лутаюсь. Максимка лёг лутаться. Я перевязываюсь. Чуваки. У меня броник, ебать, залитый нахуй.
Блять, броник. Аптечка нужна одна? Надо сюда, блять, мы там, надо мы не в зоне, братан. Я знаю, я же говорю, побежали. Дача. Тут дача есть. А труп этого это же дерева вот был? Под деревом, который... Прыгай, 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 быстрее, Максим. Ря, ря. Погнали. Там справа где-то чел. Или пасы. Пасать, ебать. Мы без колеса нож парим, нахуй. Ты видишь, как мы едем? Там спочинок, типы, надо вот тут как-то сразу на дом упасть. Очень резко. Я если б видел там что-то, блядь, кроме земли, было заебись, парни. Предлагаю выйти нахуй, потому что не вариант вообще. Ворваться в дом? А, лол. Во второй ангар. Как у меня все плохо. Блядь, такая же хуйня, братан. Прям такая же, не поверишь. Сразу врываемся. Открой дверь. У меня тип, сразу тип. Где? Налево. Слева. Ну, блин. На лестнице, понял. Тут не один. Ну, мы не пизда, то. Он зашел сразу слева будет. Сразу слева в душе, блядь. А, ты сейчас дохнешь от зоны, братан, и ты тут не зайдешь в зону. Пизда тебе. Да, это правда. Ну я ебаный Бэтмен, я 9 ебальников нас кружал, блядь. Боролся как Шрауд, блядь. Если не круче. Вообще-то ты, Жека, взял и слился. Бля, Паш, я сейчас вообще вырублю комп, нахуй пойду спать. Простите сейчас меня, заебал. Пожалуйста. Отошел. Я не переключу, сядь назад в ту же позу. Слева на почти на этот на рожок куча народа летит, так возможно и на школу. На дома летят, Паш, справа от тебя и над тобой. На первый дом вот этот. Я на второй лечу. Я тоже попробую. Я на него по-любому сажусь. Да, я тоже. Центральный возле школы, который, понял? Там чувак. Нет, нет. Ошибка. На крыше нихуя нету пошевеляться. Блять, это ты, фух ты, ебать, я тебя чуть не начал рубить на.
Тело на крыше, в соседний дом. Я далеко упал, но у меня есть баги. Там чувак вроде вылетел, он просто стоит. Он меня заломал? Нет, всё. Бля, получилось. Максимка, подойди к дому, мы тебя чистим. Вырубил. Ебать, меня с арбалета чувак снял. Где? Подними. Там меня, ну, он там, на доме. Подними, пожалуйста. А там. У нас вроде нет. А нету у нас никого. Чувак ставит с той крыши, меня снял с арбалета. Мне показалось, у нас на лестнице тут где-то тело есть. Там Максимка, что ты вообще? Ты, блядь, творишь. Да. Сейчас не творить. Сколько можно, блядь? Это серьезно. Ты пошел? Вырубил второго, который меня с арбалета снимал, да. Там, там подвышел еще на крышу один. Ты не видишь? Нет, не вижу. Не вижу. Они влево боже, переползли. Вот, вот. Там шляпа была. У меня два патрона. Алло, чё у вас там чельбасы? А вот в другом доме? Ты на того забей. Два чувака под этим. Понад стенкой, блядь, понял? Все, у меня патроны. Братан, были. Лутайся, что-нибудь лутайся. Что угодно лутайте. Вы мне говорите, у меня умпик. Соседний дом на крыше. Максимка. Чуваки. У меня нет патронов. Давай, давай, я их там развлекал. Один поднимает другого, один на крыше, там шотные лежат. Ну, я вижу. Я по ним просто постреляю. Да-да-да, сразу они справа. Блять, во мне тоже стрелял. Один спрыгнул, по-моему. Прыгнули, да, оба, сука? Не, одного я догнал, а второй я не знаю, не вижу. Да там же где-то были, блядь. К нам зашли? Кто открыл двери? Нет, кто не открыл, я. Точно? Да точно я открывал. Прям отвечаю. Ты... На первом этаже. Я тоже на первом побежал к ним. Я шотный, учтите, блядь. Макс, ты спускаешься? 5 секунд, я спрыгнул. Кто-то ползает. Тут вроде топает под нами. Не уверен. Я давайте поломал ногу. В смысле? Вставай. Ну, упал, да. Не, ну. Так а где типы? Вот в этом доме. Ну так они там все опять до сих пор. Все живы? Да, со мной кто-то, не. Я с тобой. Так. Алло, я был там. На крыше был? Одного ну, там. Ты на крыше был. А они так в доме. Там инстанция тип умер. Кого ты ищешь? Там было три чувака, Паша. Да Максимка. Ну так и три трупа на этом самом наверху. В чем проблема? А может он консиднул? Точно три трупа? Ну, один сейчас вижу он труп. Он второй труп вижу, третьего не вижу трупа. А, ну значит один чельба спрыгнул в лес и убежал. Здорово. Ну у меня ноль фрагов. Хотя я там опрокидывал. Кто открыл дверь? Я открыл дверь. Вот опять? Я опять? Да, снова открыл. Сейчас не я. Ко мне кто-то подымется на третий чекнуть. Опять? Да, сейчас. Да это Паша открывает. Ты говори, блядь. Сейчас открою. Нет тут никого, ничего. Со мной сюда идешь? Да. Я открыл. О, заебись. Аптечка, братан, тут лежит, иди кушай.
Узик кому-то надо? Фута, блядь, могу буста кинуть. Кинь буста, было бы заебись, конечно. То, ты как видишь... Один энергетик даже... дропнул. Как видишь, у меня, блядь, стрела торчит, нахуй. Во мне тоже, кстати. Где же этот пик? Энергетик скинул там на третьем. Я собрал его. Ой, Максимка, зря ты так через центральный выходишь. А нам надо срочно лутаться, съебывать отсюда нахуй. А с баги есть одна. Ну баги двухместная, это ёбти. Да, давайте лутаться, давай. Да у нас и стволов особо нету, пацаны, ну так, между прочим, блядь. Так как бы первая типа фраза звучала лутаться. Понимаю, что в бою можно добыть все, блядь, но... Типа они-то я... так бомжей с сумпиками, как бы... Это атака умпиков, да. Не, умпик ебучий ствол. Это правда. Чувак был с арбалетом, да? Да. Ой, просто. Это вот это вы с чельбасом с арбалетом так развлекались, да? Да нет, сюда? Там еще было двое на крыше, помимо того чельбаса. Это сколько это трупов на крыше? Это стрельба где-то была, слышите? Два. Это была сейчас стрельба где-то, нет? Я не знаю. Я ничего не слышу. Пала дорога, броник. Надо же. Зона идет. Да, то есть надо все делать. Давай, дай хоть аэрку найти, блядь. Ну хотя пумпик, ёптать. У меня калаш есть. И охуенно, блядь, а у меня есть УЗИ и дробаш. Могу дать. Возьмите калаш. Ручку, увидите где-то ложку на 416 лес. Осознали. На меня, блядь. Три дробаша, нахуй, просто. Дробаша. И перчатки без пальцев. Красная зона, блядь. Да, нахуй. Я без ствола, пиздец, я с узиком. Кар есть на этом самом, на мне, на крыше. Да, ставлю крыша. Метку. Я оставляю там искары патроны, беги быстрее. Если у кого-то будет СРК, я взял магазин быстрого доступа. Шикарно. Уже. Кто дверь открыл? Я. Там бафы были какие-то? Голографически беру кому-то. Географически. Я побежал в зону. Но я на крышу побежал туда, вот заберу пар. На зеленой, да, метке? Да, быстрее раз. Хватай скар. И... О, я патронов нашел. Куча. И тоже скар. Блин. Получше 416 или скар? Один охуистый. Там, возможно, с поправкой. В школу падали, типа, помните? Я помню. Чик нужен пиздец. Максим, ты в зоне один остаешься, бежим. Я бегу, сейчас я только найду выход, ага, нашел. Так а баги нас не интересует наша. Ну ты можешь на него прыгнуть, в принципе, чтобы, блять, ускориться, а вот и. Ты как легко. Единственный человек с X4 пойти как бы из Фиди, да? Ну, отличное решение, по-моему. Вы на школе, да? Да. Ок.
Меня можешь поднять. Или Жеку. Не надо меня. По сторонам только смотри. Посмотрел. Хорошо. Всем спокойно. А то слышал я одну историю, которая случается с баги и пассажирами баги. И никто не смотрит по сторонам. И сразу... А... Ты ебать, ну просто нахуя ж ты? В центре тормози просто, блядь. Едем. Если кое-что завалит. Да ты просто наркоман, Максим. Мы в охуительной низине были. Ты взял и тормознул под фулл прострелом, блядь, просто по 360 прострелов. Даже не, блядь, 120, а 360, нахуй. Есть аптека у кого-то? Да. Есть у кого-то, блядь, прицел? Любой. У меня галоров есть лишний. Держи, братан. Кинул. Починка аптеки. Трибать это на 195. Починка. Ты поднял аптечки, братан? Да. Тимирян. Я бегу к тебе же конь за холо. Скинул. Я побежал дальше. Кому-то увеличенный магазин быстрого на аэрку нужен? Да. Скинул. И магазин быстрого на СР тоже скинул. Пригодится кому. Кажется, на церкви скинул. Погнали в зону. А, я... Подожди, я аптечку не сожрал. Лол, я не могу. А бусты есть у кого-то? Там были у того энергетик. Не, один. Это был, честно, один. Ну, у меня тоже направо смотреть. То есть какие-то замыкающие. Да мы хорошо идем, блядь. Сюда я могу смотреть. Я могу и оттуда, и отсюда, блядь. И в эту дырку, блядь. Посмотрел я фильмец этот. Ой. Ну, Battle Royale. А, старый японский? Угу. Да, ну для тех годов это топовый фильм. Так, стоит тачка. Сейчас это такое. Она тут не должна стоять. Действие. Пешком идем. Чуваки, скорее всего, пошли вот в те же дома в зону, ну так, чисто по логике судя. Где мы вечно умираем, блядь, в те дома, понял? Знаменитые суицидальные. А, вот эти? Так не, мы пару раз их прям хорошенечко так выбивали. Ну, я там умирал всем-то почему-то, ну, двери там закрыты, если тебя так... Тобой, меня не утешило. Бежим, просто бежим, пацаны. Тут, это круто, да, что-то прям дых. У нас то и времени не так, чтобы много. Хочешь лутать? Едешь это? Да, ну такой тихо. Один дом пробегу, вот зашел, а тут где едет? Не знаю. Слева. Сзади. Да, сзади. УАЗик или что это? Мотоцикл и УАЗик. К вам едут под дома. Не мимо проехали. Так они уехали, да? Я по моцику стрелял, они уехали, да. УАЗ не увидел, кстати. Он за мотоком прям ехал. След. А, ну я просто по мотоку пострелял и свалил, чтоб мало ли. А наоборот, по УАЗу дал. Эй, Джон Сина! Пожалуй, музычка такая.
Что, со спины нас там не поджимают, мальчики? Ну хуй знает, я кустами иду, эти два дома, сука, интересные, бля. Но я к домам рашу, так что, бля. Серьезно, ты хочешь рашить к домам? На глупое затея. Нарыч. Ну тут, по-моему, никого. Они закрыты. Как в прошлый раз, да, вот это мы ворвались вдвоем в домик на краю круга. Ну тут, по-моему, никого. Нет, тут никого. А у меня даже тут гранаты не проверочную забросили. Да тут все закрыто, какая проверочная граната. Калиман, слушай, это калиман. С 4, блядь, лежит. Спасибо, я не голодный. Для тебя X4 прям. У меня есть. Ну так бери чуть. А у меня тоже есть просто. Чем бы лучше второй бы был какой-то? Груз где-то на заправке возле этих ящиков контейнеров. Карандаш лакаря. Жек, ты вот опять. Мы с Максимом что-то тут лутаем. Ну типа, а нахуй оно мне ничего не надо, чтобы лутать там. У меня все ну, есть. Это базара нет, ну нахуй ты от нас съебался. Вообще, Паша, нам надо тоже бежать, потому что как бы шутки шутками, а до круга какая-то... А я уже... Опять тоже... Пиздец, блядь. Нам сейчас тут бежать охуеем. Я даже не знаю, нам, наверное, лучше через горы как-то пробиваться. Хотя там явно лежат типы. Взять тачку и поехать в госпиталь. Да, тут ебать до круга, да? Хуй еще, блядь. Даже не уверен, что мы... Ой, пушку, тачку. Скалы надо чекать. То скал тоже надо почекать. А, так это типа через минуту круг пойдет уже, да? Ага, ага. А мы даже не наполовину. Бежу, да бежу. Не, нормально, мы быстро бежим. Мы была минута, понял, мы пробежали вот, вот это все почти. Мы же от начала зоны бежали за там 30 секунд, мы пробежали до хуя. Ладно. Низом идем горы или верхом? Да под горой, наверное, надо идти, потому что мы не... Ну, чисто мое мнение. Я могу быть неправ. Хотя на горе мы открыты, так их дебилы. Возле деревьев внизу, надо типа, вот плюсую неистово. Без песком, блядь. Мы должны успеть, у нас по сути... А, он тут нету узкой зоны. Но мы больше половины пробежали, пока зона дойдет. Заебись, короче, бежим. То побежим и не уебаемся. Чекайте левую сторону тоже. Да тут все. Я больше на скалы смотрю. Ну тут и особо, конечно, очков должно сужаться. Ну, блядь, 24 ебала. Особо немного людей. Да я бы сказал, что много на самом деле. Да ебало, потом говоришь, что стулки ломают. На горе? Или на этом, на грузе? А. Там на груз, горе, груз горе. На... за горой может быть, пацаны. Да, скорее даже так. Я вам так скажу, груз там, где заправка, возле ящиков контейнеров. Возле двух мостов, короче, чтобы вы поняли. Да хуй на него бежим, да. А нужен ли он? Нет, он нам не нужен, я сообщаю просто, где может быть замес. Да, надо на гору залазить куда-то вот так. И замыкать круг. Вот чипы, типы снизу. Снизу тут под деревьями. Два дерева, левое и правое. Юбки. Уставись. А мы чуть-чуть не в зоне, как все плохо. Пиздец. Я даже не знаю, где они. Два дерева перед. Увидел.
Только за синего не видно. О, блядь. Ебало мне сняли. Может кто-то дропнуть меня? Назад, да, 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 давай. Господи, ты боже мой, блядь. От падения? Я теряю сознание от падения? Серьезно? Да. Тут ко мне подбегать сейчас. Ну, у тебя граната откинула. Ну, вроде в сейве. Ты в сейве? Тип подбегал уже. Да, да, да. Паша, тут может спокойно быть тип. Да, 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 подходит. Он тут. Да ебать нахуй! Ну они заебали меня снимать в голову, блядь. На, я пидорас, блядь. Просто нахуй заебали, блядь, занят, голову. Занят, занят, из этой зоны вообще ничего не видно. Ну-ка. Просто забил. Хуёво, надо было лево обходить, блядь, лесом. Сейчас бы повоевали хоть, блядь. Получается так, но... Я их вообще тупо не вижу, нахуй. Вот у меня вот эта синяя стена, блядь. И что-то там, нахуй. Я очень плохо в тебя пострелял. Пиздец. Ты иду. Я классно. Сударыня, мне уже жопа. А где Ленчик? Я пока наигрался. А ты не будешь? Да, я тоже пока не хочу. Прям даже возьму и отрублю.